Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, мы продолжаем проходить Tomb Raider. Остановились мы здесь, возле лодки. И надо нам, кажется, о, чайка. Ебанем чайку. Эх, я косой. Чайка, ты, блядь, ты чё, охуела, что ли? Законы физики, типа, не для чаек, да? Не-не-не, я знаю, что она с любой высоты падает, ей похуй. В натуре. Вот. Кажется, я нашел путь туда, куда нам нужно. Запчасти на мотор мы должны найти, насколько я помню. Ух ты, чаечки-то какие. Ну ладно, я их потом хрен подберу, так что... Нет, бля. Я ж теперь отсюда хер выберусь. Она же не умеет. А куда мне вообще нужно? Я забыл, как здесь... Может, карту как-то открыть? Нет? Вот. Ага, значит, я все правильно делал, просто эта дура не допрыгнула. И теперь я должен в честь этого идти полчаса назад по берегу. Ну, хорошо. Ну, то есть, это, конечно, херово и убого, но... Смотрите, а что это у нас тут? Лодочка. И это дало нам примерно нихуя. Ну ладно. Итак, продолжим. Я, кстати, посмотрел. Я не играл дня 4, сейчас зашел. И пройдено-то у нас, знаете сколько? 54%. Мне вот интересно, как считается это. Процент прохождения, он как бы, бля, учитывая всякие секретки и тому подобное, то есть, может быть, сюжетная кампания проходится уже на 50, на 70 где-то, на 80%, но 50%, я 2 дня в нее играл, просто не прерываясь. И прошел всего 54%, она настолько длинная, я не знаю... Uncharted тоже настолько длинный, потому что, ну, я не шарю вообще. Но я думал то, что я, как мы уже привыкли, часов за 6-7 пройду эту игру. Но они вроде ведут себя мирно. Ах ты, блядь. От чего я умер? Это еще кто? Они вооружены. От чего, блядь, я умер? Кто мне скажет? Может, вы мне скажете, от чего вот здесь вот сто... А, наверное, черепа меня начали за спину кусать, и я немножечко заразиться чумой от них успел и умереть. Тогда да, тогда все логично и разумно. Так. Я-то думал, мы уже близки к концу, а здесь, оказывается, до конца еще, ну, насколько я понял, ну, как минимум несколько часов геймплея. Мне, кстати, уже заспойлерил один хуесос в комментах кое-что по поводу концовки, или, ну, не совсем концовки, а одного из сюжетных поворотов игры. И знай, хуесос, ты забанен. И так будет со всеми. И похуй мне, чего вы думаете, я оскорбил подписчиков, нахуй идите, если вы такие подписчики, которые... Ну какая же, блядь, она... беспомощная. Если вы спойлерите мне какие-то сюжетные моменты, то вы можете смело пойти нахер. Но она перезаряжается круче, чем, блять, Рэмбо. Быстрее. Хер поймешь, куда здесь надо. Что-то я отвык уже от этой игры, от ее управления, от того, как она вообще играется.
Да ёб твою ж мать, сука ты тупая. Ну ёб твою, блядь, педрила. Блядь, конченая, я же хотел вверх прыгнуть на... А-а-а. Заебало, честное слово. Сколько, блядь, раз я должен проходить этот элементарный момент? Я сейчас специально, вот, прыгаю вверх. Вверх жму, сука, прыгай вверх. О, молодец. А теперь влево. То есть вправо, прыгай вправо. Всегда, блядь, путаю лево-право. И всегда в доте путаю топ и бот и... Что ты хотела, блядь, сорваться сейчас? Вот, и что? Что, блядь, туда, куда я... Теперь карта не открывать. Вот карта. Где-то здесь. Да, но в тот раз я прыгнул уже куда-то здесь и... Где здесь? Так, тут вроде безопасно. Я же пришел отсюда. Блять, не пошатнуться у края, ни хера. Вот что здесь белое? Я должен сюда как-то запрыгнуть? Почему она белая? Белая, это значит, что я могу туда запрыгнуть. Но я не могу туда запрыгнуть. Белое, это значит, что я могу здесь пройти? Но нахуя? Я должен найти, блядь, на мотор какие-то эти запчасти. Нахуя мне куда-то сюда запрыгивать? Я вообще не понимаю. Ну вот я здесь, и дальше-то что? Вот куда мне дальше? Куда, блядь, дальше? Дальше, блядь, куда? Головой об якорь? Я бы не удивился, если бы она сейчас сдохла, ударившись головой об якорь. Блядь, ну... Тут все предельно ясно, я стою прямо на нужной точке. Это старый разрушенный корабль времен, я не знаю, средневековья, блядь. Ну, каких там, 18-х, 19-х веков. Каким, блядь, образом я здесь вообще смогу запчасти для нашей лодки найти? Инструменты или что-то типа того. Что я, блядь, должен сделать? Вон! Вот там вот может быть, вот, вон там вот, но мне... Нет, мне нужно здесь что-то найти. Причем очевидно, что мне нужно залезть сюда, а потом... А, вот белый выступ, я его не заметил. Нет, я отсюда залез. Она же сейчас, блядь, прыгнет и просто разобьется к хуям. У принца Персии была такая фигня, то что когда он подходил к краю, он такой назад немножко пошатывался, типа, эй, ты уверен, то что хочешь, чтобы я туда ебанулся и сломался все кости? А этой похуй, она просто прыгает и ей вообще до пизды, что там внизу будет. Как мне, блядь... Куда тут стрельнуть, нахуй? Гори! Гори! Нет. Куда? Куда? Может, нам якорь нужен? Ну, охуеть просто! Ебать, вот это логичная головоломка. Просто логичнее не было. А, причем я в тот раз прыгнул-то туда, куда мне нужно. Это еще что? Только не говори, что это с собой теперь возьмешь и будешь использовать для чего-то. Мы сюда за двумя металлическими хуевинами шли. Ой, что-то я раньше не видел, чтобы она в такой позе сидела. Ну что, еще желающие? Кажется, нет. А мне уже начало нравиться то, как она тупо себя ведет. Господи, фу. Ну, все сама. Я-то думал, нужно вовремя будет кнопочку нажать. О, Иона. О, чайки. Нет. С таким ФПСом по чайкам попасть.
вероятность крайне мала. Так, а как к вам залезть-то? Через Иону? Научился вот я как делать. Клево. Скиллово. Чик-чик. Спасибо. Я вообще не понял, что за яйца металлические мы ему принесли. Что с тобой? Алекс еще не вернулся. Ну пизда ему. Ну вот точно. Так, ну надеюсь, то, что человек-сосед не слышен вам. Да, Иона, стой на открытой местности с дробовиком, ведь он как снайперская винтовка, отлично. На большом расстоянии убивает кого угодно, блядь. Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Предатель! Въеби ему в голову сразу пулю. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить. Послушайте, вы двое. Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Я надеялся, что... Доктор, еще слово, и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут передеремся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целые, ясно? Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении, и будь осторожнее, Лара. Ладно, мы скоро вернемся. Он предатель. И кто мы? Ты берешь с собой эти два металлических яйца? Нет? Сейчас я скажу вам, что будет. Лара, он говорил с этим главным упырем. О, новый лук. Вот. Возьми этот лук. Я его нашел и приберег для тебя. Нихуя, чувак, а раньше ты не мог. Из такого стрела что угодно пробьет. Даже щит? Ну ладно, о чем это я? Да действительно, композитный лук. Так. Да, продолжить композитный лук. Ебать, у него улучшение. А, это не лук вообще. Так. Я могу хотя бы сделать эти? Уровень мастерства. The Master. Лук. Пистолет. Винтовка или... Ну-ка, чё... А я хочу, что... Подождите. А, винтовка. Я забыл то, что они здесь называют автомат Калашникова винтовкой. Вы можете добивать врагов из винтовки с близкого расстояния за дополнительные награды. Серьезно? Это то, ради чего я это все качал? Добивать? Зачем мне кого-то добивать? Модифицируется перекрестие прицела. Вот это интересно. Модифицируется перекрестие прицела. Как, блядь, перекрестие можно модифицировать? Они кружок в центр добавят. Это все добивать. Ну, я бы лучше... Ну, давайте лук. Хотя... Ну, ладно, новый лук. Наверное, он клевый. Нажмите, чтобы добить оглушенного противника стрелой. Освоить. Хотя... Хотя обычно я с дробовиком такую фигню делаю. Ну ладно, думаю, то, что мне хватит на все про все навыков до конца игры. Особенно если она на самом деле такая долгая, как... Лук только на 50% изучен. Ебать, у меня тут... Так, так. Огненные стрелы при попадании поджигают большой участок цели. Какой еще большой участок цели они поджигают? Летает тетива, увеличивает урон от выстрелов. И это все выполнено. То есть 50% это все изучено, кроме вот этих вот двух, что ли? Ну ладно. Увеличивает урон от выстрелов. Огненные стрелы, это, конечно, клево, но... Так, тут все улучшено, тут нихуя не улучшено, тут все улучшено. Костюмов новых нет.
Мне спрашивали, откуда такой костюм, но я не знаю. Это просто игра. Эндьюранс стоит у берега за утесами. Новый лук пригодится тебе в пути. Наверное, идти лучше через скалы. Поэтому ты отправляешь меня одну... Ну, в смысле, не меня одну, а одну... Ларку. Одну. Так, ну так, сюда мы будем возвращаться, так, ясно. Лук пригодится тебе, там будет опасно для жизни и тому подобное говно, но... Блять, как же далеко, слушайте, я тут... Я вот отсюда-то пока дошел, умер 83 раза. Они хотят, чтобы я еще и... Ай, ладно, хер с ними. Новый лук пригодится мне? Но стрел-то у меня на максимуме. Композитный лук. А, в скалу можно пускать. И чем же, я не понял, перекрестие модифицировалось? И что это за... Буёк. Мне, типа, заплывать нельзя до туда. Пресс-е. Отличный перевод. Пресс-е. Я, конечно, понимаю, что такое пресс-е. Блять, птичка упала. Пресс-е, это, конечно, клево. И что? Туда мне нужно? Разве туда? А, там одна из... Там как... Что-то непонятное. Это, наверное, второстепенный какой-то квест. Ну, окей. Я с радостью попробую... Начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. Тебе идет Лара. Дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Он тоже предатель. Надо вышибить ему мозги. Так. Че-то я очкую немножечко здесь. Это нормально? Думаю, что да. Так, ну... Куда вообще? Я так понял, тут несколько путей. А, это секреточка небольшая. Так, и для чего я здесь? Ну, в смысле, нахуй. Я сюда спрыгнул вообще. Что-то непонятно. Чтобы спрыгнуть вниз, а внизу там нихуя. Ладно. Допрыгни, допрыгни, не хочу разбиться, блять. А, хотя она, наверное, не разбилась. Хотя, может, и разбилась бы. Вот еще интересно. Этот чувак прошел спокойненько. Ну, как спокойненько? Он шел туда, наверное, вечность и... Ага. Чайка, ты что, бессмертная, что ли? Ты что, думаешь, я, блядь, за 20 опыта тебя не грохну? Я чаек и за меньшее убивал. Вот я хочу вниз спуститься, но я боюсь, как бы мне потом... Хотя вот сейчас она хватается, смотрите. Хотя здесь безопасно прыгать. Ну, для нее, во всяком случае. Ага, давайте изучать. Изучать, маленькие исследователи. Обожжен по краям. Обожжен тоже по краям, подозреваю, хозяин. На бирке имя. Милли. Ну, клёво, и чё нам это даёт? Подозреваю, что, как и большинство в этой игре, это дает нам нихуя. А, можно было прямо отсюда прыгнуть. И прямо отсюда спуститься. Не обязательно было рисковать, так прыгая. Ну ладно. Так, нет, ну я не могу позволить ей этого. Ну, она упала далеко, но мне нужно модернизировать лук. Мне нужны все запчасти. Блять, как же она далеко упала.
Эхо ради 30. О, смотрите-ка, еще секреточку нашли. Вот это я не зря, это я молодец. Этим пользовались песцы китайского императорского двора. А вот эта надпись сообщает о принадлежности вещи императорскому послу. То есть она отлично знает китайский двор, да? О, блядь, китайский двор, китайский язык. Если она может надписи переводить. Так, что-то мне сыкотно тут прыгать туда-сюда. Хм. А тут довольно много, в принципе, путей, куда можно было бы пойти. О, ну, слава богу, она сама корректирует траекторию полета, так что ничего страшного в этих прыжках нету. Например, если бы мы играли в Принца Перси, я бы уже раз 20 разбился к хуям. Но управление типа делают более удобным. И зачем мне, я не понимаю. Что я здесь должен был поджечь? Ах ты, блядь. Двадцать опыта. Ебать ты счастливчик. И чё музыка такая начала? Тревожно играть. Ну я прям не знаю. Серьезно? Ты не шутишь, блядь. Ты не можешь туда залезть. Окей. Задаю вопрос. А каким образом мужик смог пройти, если здесь, блядь, пираты? И какого хера вообще пираты, блядь, в каждой дыре в этом острове? Ну, то есть они не пираты, они как бы бандиты. В каждой, блядь, дыре этого острова эти бандиты. Куда ни глянь, везде они. Это нелогично. Им просто нечего тут делать. Тут, блядь, вот зачем им находиться здесь? Кто мне объяснит? Ты не запрыгнешь на этот камень, да? И как мне к ним залезть? Я хочу с вами дружить. Я помню, вы мне предлагали как-то дружбу в храме. Типа, эй, девочка, не стреляй, давай дружить. Вот, я готов дружить с вами. Ну, похоже, они не готовы дружить со мной. О, это похоже на секреточку, но... Учитывая, что здесь одни патроны и долбанный тайник, а мне это все нахер не нужно, то... Да. О, вот, я нашел. Я почти сразу увидел. Отбежав все вокруг, но, тем не менее... Привет, друг. Как дела? Ты не против, если я обшарю твой труп? Но подождите. Тут наверняка можно было еще и туда прыгнуть. Вы меня не проведете. Я не знаю, правда, как лучше, но думаю, что так. Какая-то музыка играет стрёмная. Такая тум-ту-ту-тум-ту-ту-ту-ту-ту-тум. Пятнадцать. Еще две из трех деталей на лук. То есть можно еще будет улучшить лук. Вот это поворот. Я-то думал, это и так уже на максимум улучшенный лук. Замакщенный, так сказать. Замаксил лук.
Ну вот в натуре, а какой... Блять, я понимаю, когда трава далеко не прорисовывается, когда ты находишься, но когда она не прорисовывается, когда ты прям перед ней, блять. Как вообще здесь трава растет? Это же ебаный бетон, это третий этаж здания. Каким образом тут растет трава? Я понимаю, лианы, они повсюду, блять, а... но трава! Ай, ладно, в пизду логику. Так вот. Ну что ж, интересный диалог, но, увы... Блять! Блять, я три блядских раза, стреляя в него, попал в блядский полусантиметровый, блять, это... Ай! Козлы вонючие. Ну ладно, по крайней мере, диалог у них забавный был, как они друг друга ебошат. Тайная гробница рядом. Но подождите. Это, блядь, называется тайная гробница? Серьезно? Это тайная гробница? Нет, это не тайная гробница. Тайная гробница за дверью, наверное. Ну, как, блядь, гробница может быть за дверью? Я хочу гробницу. Я ведь расхититель гробниц. Типа. Интересно, это и правда было подголовником? Или все-таки это часть скульптурной композиции? Обязательно узнаю, если выберусь отсюда. Подголовником, блядь? Подголовник, это же каменная хуёвина. Что? Как можно подголовника быть каменной хуёвиной? Кому-то удобно спать на камнях? Ага, вон там, наверное, гробница, я полагаю. А тут у нас... Нихуя. Я так люблю нихуя. Интересно, сюда можно было пройти до квеста? То есть просто так захотел я и свернул сюда. А, нет, тут же обязательно нужно было луком этим воспользоваться, чтобы попасть сюда. Тогда да, тогда не круто. Да, шуми. Никто не заметит, блядь. Чё-то я не понял, и чё у нас там? Где блядская тайная гробница, я не понял. Ты не тайная гробница. Ты бункер. Можно бункер считать гробницей? Эх, и много же мы сегодня находим всяких винтиплюшек, которые можно... Охуеть. Коко. Коко Шанель. Здесь остров Коко Шанель. Ну где гробница-то? Хочу гробницу. Гробница, гробница. Выйди на крылицу. Блять, хуйню несу. Я хочу гробницу.
Затопленный тайник. Ну, раз уж это тайник, то могу предположить... 350, ну заебись. Могу предположить, что я не должен был сюда по сюжету пройти. И это и есть гробница. Ну что ж, узнаем мы это в следующем летсплее. Пока я вижу то, что это вода наэлектризована. Откуда у них электричество? Ладно, узнаю в следующем летсплее. А пока, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Ждите продолжения. А это ведь какая-то лаборатория. Да, тут Халка, блядь, делали, судя по зеленому оттенку света. Ну да, с вами был Сет. До свидания.